Семья Шишиных приехала в Ленинский район из Оренбургской области. И уже более полутора десятков лет история их семьи неразрывно связана с историей бассейна «Дельфин». Вот так вместе их практически невозможно собрать, но мы попытались. Сборы очень много отнимают времени, с учетом того, что в стране-то мы находимся не так много, да. Но, тем не менее, мы стали дорожить больше этим временем. И когда я нахожусь в России, в стране, мы очень много проводим время с семьей. Слово «семья» для всех сотрудников бассейна «Дельфин» ключевое, потому что здесь главное работать в команде. А династия Шишиных – это своеобразная иллюстрация отношений внутри коллектива. Вот он папа, вот у них семья. У них семья. Они его слушают. И Виктор, и Андрей относятся снисходительно. Они папе никогда не грубят. И, наверное, вот это воспитание привело к тому, что мы сейчас имеем. Очень хорошего Андрея и очень хорошего Виктора. В отличие от отца и брата, которые тренируют пловцов, Виктор Шишин выбрал для себя водное поло. Его воспитанники успешно выступают на региональных соревнованиях. За победы и поражения подопечных традиционно болеют всей семьей. Это как ритуал, то есть все либо едем на соревнования, либо садимся у телевизора, если это другие страны, и болеем, переживаем, конечно, всегда так было. Андрей Шишин известен как тренер чемпиона мира Евгения Рылова, но это только вершина айсберга. Он воспитал немало талантливых спортсменов и признается, что всегда может поделиться своими переживаниями с мамой или опереться на надежное плечо отца. Он когда-то привел меня в секцию плавания, был моим тренером, довел до мастера спорта. Вот потом я пошел по его стопам в институт физкультуры, ну и пришел в профессию. Отец первые годы курировал, помогал. Мама, наверное, как во всех хороших семьях, сохраняла тылы, быт. Она была дома. Мама действительно создала все условия, чтобы после тренировок ее спортсмены могли хорошо отдохнуть. Если папа был строг и суров, мама старалась сделать все, чтобы сыновьям было легче переносить трудности спортивной жизни. Сейчас я понимаю, что все это было не зря, и не зря, наверное, занимаются скрипкой со слезами на глазах, чтобы потом стать великими музыкантами. Ну, так же получилось и здесь. Основная заслуга папина, как на сегодня выясняется, а я была просто мамой. Геннадий Викторович, несмотря на многочисленные награды, как свои, так и своих спортсменов, все же главным достижением в жизни считает создание и сохранение тепла в отношениях с близкими людьми. Самое важное, что сформировалась семья вот такая, нас уже 11 человек. Сыновья женились, и у них семьи, 5 внуков. Живем в Видном здесь все вместе. Вот это самое главное, наверное. А еще главное в этой истории – любовь к своему делу, которую семье Шишиных удалось пронести через многие годы. Максим Козлов, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ.